Большой праздник спорта. Традиционные соревнования по боксу, мемориал муромских боксеров и межрегиональный турнир памяти Валерия Левушкина проходили в Муроме в течение нескольких дней. 75 спортсменов из городов центра России оспаривали личное первенство в трех возрастных группах. Подробности в сюжете. Мемориал муромских боксеров или традиционный уже 32-й турнир памяти Валерия Левушкина, трагически погибшего во время исполнения воинского долга, всегда привлекал внимание настоящих любителей бокса. Спортсмены из Московской, Ярославской, Рязанской, Ивановской и других областей преодолевают сотни, а то и тысячи километров, например, из Чувашии, чтобы выйти на ринг именно здесь, в спортивном зале детско-юношеской школы с отделениями Олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва. Этой весной интерес к соревнованиям значительно вырос как у самих спортсменов, так и у болельщиков. Впервые этому турниру была присвоена категория «Б», то есть победитель данного турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта. Это действительно сложная была работа Муромской федерации и областной федерации бокса для того, чтобы получить данную категорию. Очень большая география участников данного турнира. Приехали боксеры с города Курск, с города Ярославль, ну и ближайших городов Центрального федерального округа. Всего 75 участников в данном турнире. И возрастная категория достаточно большая участников. Это 99-2000 года и старше. То есть юноши и категория мужчины. Уже после первых двух дней проведения соревнований стало ясно, что Муромская школа бокса в очередной раз не подвела. Победы наших боксеров в разных весовых категориях говорили сами за себя. Стал победителем в весовой категории 50 килограмм турнира в честь Левушкина. Мой тренер Маслин Николай Иванович, он тренировал меня, чтобы я выиграл. И я достиг этого благодаря нему и благодаря родителям и своей воле сильно. Да и сам турнир радовал особой атмосферой уважения к противнику. Многие отмечали, что для достаточно жесткого вида спорта соревнования проходили в очень теплой, дружеской обстановке. Наши спортсмены выступают достойно. Во всех весовых категориях у нас есть победители и призеры. Спортсмены радуют, и атмосфера очень дружелюбная. И бои красочные, и видно, что турнир приобрел со статусом класса «Б» свою изюминку. Три дня соревнований стали одним большим праздником спорта. В итоге первые места заняли Шахзод Тимиров, Егор Амеличев, Григорий Балашов, Владислав Николаев, Карен Мамоев и Виктор Кравцов. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.